Прага наконец объяснила, за что задержала российского программиста. Оказывается, сделали это по требованию США. Россиянина подозревают в хакерской атаке на американскую соцсеть LinkedIn. Она занимается поиском деловых контактов. За россиянином долго охотились специалисты из ФБР и Интерпол. Прага найти его помогла. Спецслужбы наведались в отель. США требуют теперь выдать им задержанного, а Россия требует объяснений. Мы постоянно доводим до американцев, жестко доводим нашу позицию о необходимости прекращения подобной практики. Она нарушает нормы международного права. Американцы крайне избирательно относятся к российско-американскому договору о взаимной правовой помощи 1999 года. То есть они его задействуют только тогда, когда им это кажется выгодным.